Так, начинаем с Луны, 19 августа 2021 года, Харьков. Сейчас перейдем на Юпитер, Сатурн. 21:39 по Киеву, Харькове. Хочешь посмотреть? Сейчас я ближе подвину. Нет, надоело уже. Это у нас ISO 800, уговорил я родных и близких еще 5 минут задержаться. ISO 800 это такой усредненный вариант, более-менее близкий к освещенности, как я без фотоаппарата вижу сейчас Луну и Юпитер и Сатурн. Облачно довольно. Сынок, ты прям через кадр пролетел. Теперь у меня есть съемки НЛО. Спасибо тебе большое. Так, поехали на Юпитер. С надеждой увидеть спутники, а может быть и экваториальные полосы при таких настройках. Светочувствительности, хотя сейчас, конечно, важнее в этом районе небосвода, есть облака или нет. Только что Юпитера не было видно совсем. И вот хоть какое-то ну что, да, это какой-то жидкий Юпитер, хотя он, конечно, газообразный, но облака проходят очевидно между аппаратом объективом. И Юпитером и 600 миллионами километров между Юпитером и нами. Так, 600 миллионов километров до Юпитера, практически великое противостояние. Конечно, никаких экваториальных полос мы так не увидим. Да и спутник вот слева. Да. У нас же светочувствительность занижена, я же Луну снимал. Ай-яй-яй, shame on me. А ну давай так. О, вот это красота. Слева, значит, у нас Ио и замыкает шествие Ганимед. Таня, я слышу эту лекцию о трезвости, честное слово. Так. Осторожно. Пытаемся. Промазали. Так все было хорошо. Да, ну полос, ладно, бог с ними, с полосами. Жидкий Юпитер, натурально. Хорошо, поехали быстренько в Сатурн. Буду я уже бежать, дабы мои родненькие не поминали меня незлым таким словом, по крайней мере, вслух и под запись. Так, до Сатурна 1 миллиард 343 миллиона километра. Ну, ребят, да, там явно облаков стало больше.
К сожалению, наверное, это все, что я могу сейчас сдать. Ладно. Зафиксировали. В день противостояния Юпитер, в ночь противостояния, может, еще утречком завтра поснимаю перед работкой. А пока это ж не, ну вот тополя на фоне Луны, это просто, думаю, будет даже любопытнее, чем Юпитер в таком качестве. Тихо Браге, которому машут ветвями тополя. Все, ребятки, девчатки. 21:45 по Киеву в Харькове. 19 августа 2021 год. Абсолютная облачность исчезла, появились прогалины в облаках. Если так дело дальше пойдет, к утречку еще лучше поснимаем.